сердцу северчанки, уважаемые северчане и дорогие гости нашего по-настоящему весеннего города. Мы, конечно, отдаем себе отчет, что календарная весна пришла не только к нам, но и во все уголки нашей необъятной родины. Но даже перелетные птицы с первым весенним теплом возвращаются в родные края. И мы очень хотели бы от всей души поздравить сегодня именно тех женщин, которые дарят нам всем свои улыбки на улицах города Северска. Которые радуют красотой и душевной чуткостью, делают нашу жизнь и любимый город прекрасными. С Международным женским днем вас, дорогие наши! Для праздничного поздравления мы приглашаем на сцену главу администрации ЗАТО Северск Николая Васильевича Диденко. Северчанки, северчане, через несколько дней мы будем отмечать Международный женский день. Это особенный праздник и повод сказать теплые слова нашим женщинам. Сегодня женщины ярко проявляют себя во всех сферах жизни города Северска. И благодаря вам мы сегодня имеем успехи и в образовании, в культуре, в медицине и в городском хозяйстве. Многие являются руководителями и успешно руководят коллективами, и являются примером в работе. И именно благодаря вам и не без вашей помощи сегодня город Северск является лучшим и занимает лидирующие позиции среди муниципальных образований не только в Томской области, но и в стране. Вы находите сегодня время не только прекрасно справляться со своими рабочими обязанностями, но на вас еще и домашние дела. Вы заботитесь о близких, детях, семье, и на все это у вас есть время, и вы его находите. Особые слова благодарности я хочу сказать нашим женщинам-ветеранам, которые в непростое время наравне с мужчинами восстанавливали страну, принимали участие в строительстве нашего города и в его развитии. Наши женщины, я от души поздравляю вас с праздником. Я желаю, чтобы вам говорили теплые слова не только 8 марта, а вы заслужите, чтобы это было каждый день, потому что вы несете тепло, любовь, добро. Спасибо, что вы есть. Всех с праздником! Спасибо, уважаемый Павел Васильевич. Спасибо, что звучит. Это приветствие наших женщин, наши дорогие женщины. Как же в праздник можно обойтись без праздничного подарка? Он у нас сегодня есть. И он особый, очень трогательный и очень душевный. И вместе с тем торжественный, звонкий и яркий, вместивший в себя всю вашу теплоту и заботу. Потому что те, кто через мгновение предстанут перед вами здесь, на этой сцене, и есть отражение ваших бессонных ночей и вашей любви. Дорогих мам, бабушек, сестренок и всех-всех-всех женщин нашего любимого города поздравляет муниципальный сводный детский хор Северска! А также Северский хор Северского музыкального театра, хормейстер Лилия Баринова и оркестр Северского музыкального театра, главный дирижер Вячеслав Губанов. Детей, город новых детей, но красивую любви.
люди живут на нашей планете. Не похожие одни на других, но есть то главное, что объединяет абсолютно всех. Наше детство началось с маминой улыбки. И первое слово, которое произносит маленький человек – «мама». А сколько раз мы, взрослые, повторяем это слово и в беде, и в радости – «мама». Оно стало для нас как заклинание. Удивительное слово. Оно почти на всех языках звучит одинаково. Оно как музыка, не имеет границ, открывая сердца людей друг другу. Мама жизнь подарила. И всю нашу жизнь продолжает открывать для нас этот прекрасный мир одним только словом, одной только улыбкой. Запусти свои
солистка хора Алина Вражнова. Подтянутые, нарядные. А ведь у каждого дома свои увлечения, игрушки. Да, гаджеты, домашние задания. Ну, не будем о грустном. А вот сейчас они вместе делают общее красивое дело. Творят музыку в честь женского праздника. А мне вот, Настя, очень интересно, сколько раз, любопытно, мальчишки успели подергать за косичку рядом стоящих девчонок? Ну, я думаю, что наши дети воспитанные. Воспитанные, конечно, это хорошо, но как же им по-другому выразить свое внимание, свою симпатию? А Международный женский день на что? Сколько хочешь, дари цветы, говори пожелания. А потом целый год жди следующего праздника. Тогда давайте наслаждаться каждой его минутой прямо сейчас. Дорогие наши женщины, наши дети приглашают вас в большой дружный хоровод. Thank you.
слова Якова Теренского. Из чего же сделаны наши мальчишки? Oh,
качели. Раз.
или есть счастливое, замечательное, волшебное детство, можно совершенно точно утверждать. В этом детстве у него или у нее, или была, или есть бабушка, любимая бабушка. Потому что никто так не умеет понимать детей, заботиться о всей семье, как наши бабушки. Рядом с ними наша жизнь наполняется уютом и теплом. А сколько они знают рецептов? Это без Гугла, без Википедии, да, вообще без всякого интернета. Это же просто супер-женщина. Потому что бабушка, она не просто герой в семье. Она дважды герой. Потому что она дважды мама. В сопровождении сводного детского хора города Северска поют солисты Северского музыкального театра Оксана Волкова и Рамиль Сафиулин. Yeah.
ваше лицо, ваш нежный, но несгибаемый образ. Сегодня женщины находят себя везде. Они профессионалы высочайшего уровня. Учителя, врачи, инженеры, ученые, спортсмены. Вы учите, лечите, воспитываете, строите, руководите. Вы предприимчивые, современные, модные. Как представить жизнь без вашего обаяния, терпения, без вашего тонкого ума? Вы, наши дорогие мамы, наши женщины, нужны нам, как солнце. Аркадий Островский, слова Льва Ашанина. Пусть всегда будет солнце! Солистка детского сводного хора Виктория Логина. Всегда рядом будет крепкое, надежное плечо. С праздником!